Потом выберете вот этот блок и ставите прямо под ногу. Да. И сейчас будет очень смешно, ребята. А если я стульчик удалю, то я буду вот таким малышом бегать. Что за мной происходит, Соня? Сделай поменьше скорость. Games, я Соня. Всем привет, я папа. И сегодня мы будем играть в Build-A-Bot. Построй лодку и найди сокровища. Но у нас не просто... Мы не будем строить лодку. Мы покажем сегодня, как... Летать! Нет. Вон там вот кто-то летит, вот я мушка сейчас покажу. Да, я вижу. Мы покажем сегодня, как стать маленьким, очень маленьким и супер маленьким. Да, смотрите до конца. Обязательно до конца смотрите. Потому что самое важное... В конце, говорит Кошекин. Как стать маленьким, просто маленьким? Для этого есть... Конфеты. А, не забудьте поставить лайк этому видео. Да. И подписаться на канал. Чтобы стать маленьким... Пишите комментарии. Да, напишите в комментарии. Чтобы стать маленьким, покажи, Соня, какие... Где у тебя это есть? В общем, в Хэллоуине, ну, в праздник Хэллоуин, там все время появляются такие домики, вот... И... Мы стучались в двери в эти, да? Да, надо постучаться в двери, и дают либо конфеты, либо тебя выгоняют, ты умираешь. Тебя забирает рука. Вот. Да, и ты набрала конфет. Вот, я набрала конфет, но я, конечно, умирала, но это не важно. Вот, и синие, да. Это ты становишься маленькими. Ну-ка, я попробую. Вот, я уже маленькая. Ешь. Так, отлично. Ну вот. Это как стать маленьким. Да, это просто маленький. Это конфета, ты тогда становишься прыгучим и быстрым. Вот. Это ты становишься быстрым, а это становишься прыгучим. Вот, я как бы могу съесть его. Дайте. Ладно, так тоже можно. Я почему-то не стала. Вот, я пришел. А сейчас я покажу, как стать еще маленьким. Другим маленьким, приплюснуто маленьким. Да. Но у Сони это не работает. Да. Это работает только у меня, не знаю почему. Значит, для этого нужно взять блок обычный, два блока, и из краешку поставить стульчик, и сесть на него. Но это нужно, чтобы выровнять. Потом я стульчик убираю, удаляю, и ставлю еще один блок под ногу. А покажи, как это ставить. Вот, смотрите. Повтори то же самое. Я просто покажу. Вот. Сейчас, я сделаю. В общем, вот моя маленькая ножка. А тебе надо, наверное, стать большой. Ну, в общем, сейчас я покажу. Представьте, что вот это вот деревянный блок. Вот вы поставили вот так вот. Стульчик. Стульчик, там вот так выровнялись. Поставь, поставь стульчик. Ах, ладно. Ставите стульчик. Садитесь на него. Вот. Стульчик надо удалить. Потом вы берете вот этот блок и ставите прямо под ногу. Да. Вот, у Сони это не работает, а вот у меня покажи, что со мной сейчас будет. Угу. Ставлю. Я приплюснулся. Вот, я стал маленьким. Я еще меньше стану. А, да, ты меньше. Ах так? Тогда я стану еще меньше тебя. Сейчас покажу второй способ. Смотрите до конца. Да. И ставьте лайк. Да, вот тут вот прямо лайк не очень красивый, но нормально. Чтобы стать очень маленьким, нужно сначала есть конфету маленьким, чтобы быть. Вот, я показываю, в общем, я тут стою. Да, я вот здесь встану. Теперь нужно построить не целый блок, а нужно поставить, сейчас покажу, вот такой маленький блок. Вот. Если он у вас есть. Он не полный блок, это вот такой столбик. И если у вас его нету, вот такого, тогда берите. Нет, а это такая... не сработает. Это может не сработать, Соня. Тем более не у всех есть такая функция. Ну да, не у всех есть такая функция, но у меня есть. Но это может не сработать. Да. Лучше ставить вот такой блок, столбик. Дальше ставите также стульчик. Но надо уже быть с конфетой маленьким. Да. Садитесь на стульчик. Стульчик удаляется. Потом я ставлю опять такой же блок. Прям под ногу опять. Также под ногу. Он меня выравнивает, к столбику придвигает. И сейчас будет очень смешно, ребята. И теперь я ставлю под, опять же под ногу стульчик. Я оказываюсь, что я летаю на стульчике, во-первых, могу Соню взять. Да.
Я лечу, смотри, я лечу. Вот, а во-вторых, я стал очень маленьким. Ну, очень маленьким. А если я стульчик удалю, то я буду вот таким малышом бегать. Ребята, кто знал это, напишите в комментариях. И я еще хочу показать, как сделать карусель. Давай. Из колеса. В общем, если у вас есть просто, не знаю, какое колесо, то вы его поставите вот так. Либо если у вас есть очень большое колесо, его лучше вот использовать, потому что тогда лучше его ставить. Вот, а для меня пойдет и маленькое. Ну да, в общем. Потом вы ставите сюда вот стульчик для папы. И вот сюда стульчик для папы. Да, я лучше здесь буду. Ну вот. И тогда садитесь на этот стул. И если у вас есть рычаг от машины, тогда... Он сразу связан с этими колесами. Да, и вы тогда начинаете крутить. А надо стул. Точно, надо без анкора. Стул без анкора. Вот. Так и колесо тоже без анкора надо. Без анкора. И теперь... Ты что делаешь со мной? Выключи. О, спасибо. Как ты держишься? Я просто маленький. Голова кругом. И когда вы поставили без анкора колесо, оно начнет крутиться. Можно будет... О, боже. Ай. Что со мной происходит, Соня? Сделай поменьше скорость. Я не могу. Да? Что? Я смотрю на тебя. Стулья попадали все. Так, я сажусь. Садись. О, нет! Когда... О, вернулся. Мне кажется, тут еще кое-чего не хватает. Нет. Ой, это с анкором, ну ладно. В общем, сейчас папа сделает сюрприз. Вау. А ты где? Я на дереве. В общем, и потом, когда вы поставили эту кнопенцию... Она не работает. Понятно. Подожди. А почему она не работает? О боже! Ты чего там? Вставай. А как ты ими управляла-то? А вот на рычаге. Ничего себе. Атака. Давай атакуем. В общем, сейчас мы будем атаковать землю синих. Давай кнопку сюда поставь. Атакуем землю синих. Атакуем землю синих. О, нет. Атакуем землю синих. Атакуем землю синих. Я знаю, чего еще не хватает. Атакуем землю. Атакуем землю. Атакуем землю синих. Вот, все, ничего не хватало. Точно. Все, запускаем. Атакуем землю синих. Атакуем землю зеленую. Ой, к нам кто-то приехал тут. Он хочет нас прицепить. Атакуем какую? Оба! Папа, пока. А, я за экран вылетел. Чего он меня прицепил? Какашка какой. А ну отошел от меня. Заанкорила. Не повезло, не повезло. Кто со мной связывается? А еще динамит ему положи. Сейчас, подожди, сейчас положу динамит. Он уже убегает. А теперь его надо замуровать в маску. Ой, а ты его выкинула? Да. Он со мной связался, понимаешь? Да, это была его ошибка. Атакуем землю красных. Кому-то не повезло. А что, корабли будут проплывать сегодня? Ой, не знаю, не знаю. Наверное, нет. Вон тот вот, он скоро проедет такой с машиной, я готовлю пушки. Угу. Здрасте, едьте. А ты можешь уже пульнуть, и они по траектории к нему могут упасть. А попробуй на него укажи, вот. А он в стену будет стрелять. Да. Надо их поближе сделать. Ну а на сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал, подписывайся на Дискорд, на Инстаграм, на Твиттер, на ТикТок. Пока-пока. Всем пока, ребята. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Да. И подписывайтесь на канал. Да. Пока. Плывет как раз. Пойдем бомбить.